Совет, бросок воротам и еще один рикошет. 2-1, ЦСКА выходит вперед. На этот раз шайба отлетела от Николая Демидова. Это, конечно, вот сейчас я люблю к этой теме возвращаться всегда во время репортажей. Вот сейчас работает психология и психика в том числе. У кого она сильнее, рухнет после этого Сибирь или нет? Но такие голы могут надломить кого угодно. Два рикошета. Красиков крутится, как белка в колесе. Ну, во-первых, мы с вами видим, что Сибирь стала давать чистый лед ЦСКА. Стали прижиматься ближе к своим воротам. Армейцам этого только и надо. С броском Дальвика Алексей Красиков справился. Ну, вот такой коварный рикошет. И уже 2-1 ЦСКА выходит вперед. Это первый гол класса Дальвика в этом сезоне.